Уругвай ожидает второй тур выборов главы государства. Об этом говорят первые промежуточные результаты президентской гонки, а также данные трех различных экзит-полов. Согласно их результатам, выдвиженница от правящей левой коалиции «Широкий фронт. Прогрессивная встреча», бывший президент Уругвая Табаре Васкес, набирает до 46% голосов. Его главный соперник, кандидат от правой национальной партии Луис Лакали, заручился поддержкой примерно 33% электората. Если эти результаты подтвердятся, то оба претендента на высший государственный пост встретятся во втором туре президентских выборов, который пройдет 30 ноября.